Привет, друзья, алох, криптовалютчики. Я, наверное, надоел вам уже по поводу проекта Orbis, но, как и обещал, расскажу вам о команде этого прекрасного стартапа. А, во-первых, я рекомендую вам залезть на сайт orbissolutions.com, в левом нижнем углу увидите ссылку, и почитать вообще о компании, об этой компании, чем они занимаются, чего они добились, чего они достигли. Как видите, Orbis, это действительно, то есть люди, которые стоят за проектом Orbis Transfer, это те, кто имеет уже имеет опыт работы с крупными компаниями и в сфере финансов. Ну что ж, давайте вкратце, прям в двух словах вам расскажу об основателях и разработчиках. Михаил Тудоров – это CEO проекта, обладает огромным опытом, более 9 лет работает в качестве предпринимателя. Столкнулся и со сферой блокчейн, поработал в банковском деле, в мире маркетинга, менеджмента, а также информационных технологий. Михаил имеет огромнейший опыт, повторюсь. Орсика Витос, директор по операциям и менеджер проекта. Очень трудолюбивый человек. Орсолия Витос продемонстрировала свой опыт и навыки в международных стартапах, в Международной академии Тенерифа. За ее плечами, в общем, разные должности и разные успехи. Марсело Арсено – это бизнес-консультант, человек, который более 17 лет работает в сфере IT, информационного менеджмента, публичной школы и человек, который был преподавателем государственной школы и колледжа. Как я сказал, работал в сфере управления IT, информационного менеджмента, в частном секторе, в публичном секторе. Владеет несколькими языками, работал консультантом по связям с общественностью, причем не где-то, а с федеральным правительством. Участвовал в разнообразных конференциях, торговых выставках. В общем, имеет серьезный опыт работы по всему миру. Среди коллег бренда Ачьент, Рони Леконт, бренда бизнес-стратегический консультант, Рони Леконт, проектный менеджер, Александру Замфиевску, разработчик веба, веб-разработчик, Брайан Зерменом, Уджувал Сахай, это разработчики непосредственно блокчейна, люди, которые знакомы с платформой Ethereum, умеют работать на Solidity, Web3.js, с инфраструктурой Truffle, ну, в общем, с многими инструментами, да, для создания блокчейна и реализации его. Очень серьезная у них команда, видите, международная, много народу, в каждой области крупные специалисты, помимо всего у них хорошая команда советников, ну, в первую очередь это Джованни Касагранде, советник по маркетингу и, так сказать, растущий хакер, являющийся учредителем такой крупной компании, как Black Marketing Guru. В сфере цифрового маркетинга и рекламных стартапов он действительно специалист. Джакомо Аркаро, эксперт ICO Punch. Ну, в общем, также соучредитель Black Marketing Guru. Доктор Савио Гомес, специалист в области блокчейна, искусственных технологий, MBA с международным опытом. Ну, за его плечами просто немереное количество успешных стартапов. Ну и команда разработчиков у них серьезная, и партнеры, крупные партнеры, такие как Credits.com, Forbes & Henry Consultancy, Trezor, Blockchain Info, Coin Payments, Crypto Valley, IBM даже, Lovemus Creative, а также Sublima Vila и Eftro Consulting. Многие-многие другие. Рекомендую, в общем, вам следить за данным стартапом. Можете найти их много где, на ICO Bench, на LinkedIn, почитать их блог на Medium. Я на этом, друзья, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.